Прошлое, настоящее и будущее теперь можно узнать в Краснодарской клинической больнице номер 2. Разумеется, речь не о предсказании судьбы, а о том, в каком состоянии находятся наши кости. В медучреждении появился новейший аппарат для диагностики остеопороза. К сожалению, это заболевание долго о себе не заявляет. Привести к нему может как элементарный перелом, так и нарушение в эндокринной системе. Денситометрия в настоящее время очень важен, потому что в крае, в котором более 5 миллионов жителей, очень актуальна проблема остеопороза. По распространенности этого явления это встречается чаще, чем острый инфаркт, острый инсульт вместе взятые. Особенно в регионе, где очень много пожилых, взрослых людей старше 50 лет. Этот аппарат позволяет диагностировать и минеральную плотность костей, и структуру кости, и таким образом диагностировать остеопороз, и также оценивать характер лечения, его эффективность при этой патологии. Принцип действия новой техники почти такой же, как и при обыкновенном рентгене, только вот дозу облучения человек получает в 10 раз меньше. Простоту и в то же время универсальность нового аппарата уже по достоинству оценили врачи. Также улучшилась и точность диагностики заболевания. Легко оценивать, легко измерять. Понятно для пациентов, понятно для врачей лечащих, которые потом, они могут для эндокринолога в частности, других специальностей, которые уже могут все это наглядно уже оценивать, смотреть и назначать специфическое определенное вид лечения. Первые пациенты уже прошли диагностику на новом оборудовании. Теперь это доступно каждому. Достаточно получить направление от лечащего врача. Также процедура доступна и на коммерческой основе. Записаться на обследование и получить консультацию можно по телефону в Краснодаре. Сейчас он на экране.